Улица 30 лет Победы, одна из центральных в новых районах Балакова, самим названием говорит о том, что 9 мая к ней должно быть приковано внимание горожан. И поэтому к 75-летию Великой Победы здесь решили высадить сосновую аллею. Наш дом на улице 30 лет Победы находится. И так как продолжение моста Победы есть у нас аллея, нам хотелось бы продлить ее. Когда среди жильцов дома впервые зашла речь о высадке аллеи, многие согласились принять участие в мероприятии. Этот двор очень дружный и активный, поэтому все работы по благоустройству придомовой территории проводят сообща. Но пандемия и режим самоизоляции изменили планы. И в итоге на помощь жителям пришли волонтеры, которые и занялись высадкой сосен, соблюдая меры безопасности. Присоединился к ним и депутат городского совета Сергей Волков, который, собственно, и предоставил саженцы сосны, а также необходимый инвентарь. Сегодня принимаю участие в акции «Лес Победы», приуроченной к 75-й годовщине Дня Победы. Место выбрали мы не случайно для высадки сосен, так как и жители дома этого очень активны. На торце данного дома мы планировали нанести граффити к Дню Победы. Данная акция приостановилась в связи с пандемией. Конечно, очень будем надеяться, что все-таки реализуем эту акцию. Пока, так скажем, чтобы чем-то приукрасить это место и, как и планировалось, сделать место притяжением всех горожан, данный участок сегодня высаживаем сосны. Вообще, данная территория была запланирована к благоустройству в 2021 году. Место хорошее, просторное, просто просится, чтобы из него сделали сквер. Но балаковцы из общего числа представленных проектов данную территорию не выбрали, отдав предпочтение городским паркам. Поэтому депутат Сергей Волков помогает жителям своего округа поэтапно приводить в порядок зеленую зону вдоль улицы 30 лет Победы. Также в этом году в рамках программы «Пешеходный Балаково» будет вновь устроена пешеходная дорожка с бортовым камнем с обоих сторон, асфальтированием, с основанием. То есть капитально будет заново построена, так как совместно с жителями была выбрана именно эта дорожка. Если оглянуться вокруг, здесь очень большой трафик пешеходов. Конечно же, хотелось бы в дальнейшем очень сильно надеяться, я с своей стороны буду ходатайствовать и в администрации, и везде, чтобы вот данный земельный участок, как мы видим, да, очень зеленый, такая большая тут платформа, база, так скажем, для реализации сквера, парка, общественно-культурной территории. Жильцы дома выходили на балконы и благодарили активистов за их труд. Многие из них были бы рады присоединиться к акции. И для того, чтобы жители продолжили высадку Леса Победы в следующем году, волонтеры передали председателю ТСЖ семена сосен. В рамках сегодняшней акции хотелось бы подарить семена этой сосны председателю ТСЖ по улице 30 лет Победы, дом 32. И надеемся, то, что дерево – это символ продолжения жизни, будет жить у вас очень долго. Спасибо большое, что нам помогли, посадили. Ну, а наш долг – ухаживать за этими саженцами. Будем надеяться, что они вырастут, будут радовать весь наш дом. Благодарю.